Важный момент, да, с точки зрения и клиента, и монетизации. С точки зрения взгляда именно оператора, все облачные сервисы, именно как сервис, они имеют большой плюс с точки зрения time to market. То есть то, что оператор хочет сделать при наличии облачных сервисов и стриминга, и хранения данных, это вот так вот выдача клиенту контента в конечном счете, да, сервиса. Потому что не нужно оператору строить что-то дополнительное, да, инфраструктуру, которая вчера тянула за собой большие капитальные затраты. Здесь по опексной модели ты можешь взять тот или иной сервис, быстро развить тот или иной стартап и дать его попробовать на рынок, и это важно. Поэтому вот это очень серьезный момент, который стоит брать внимание с точки зрения перспективы облачных сервисов как сейчас, так и в будущем. Это инструмент в том числе и монетизации, да, и там, захвата новых абонентов и их удержания. Поэтому это важный момент. С точки зрения метавселенных, и я на все-таки это, наверное, больше, опять же, повторюсь, развлекательная тема, которая должен, наверное, клиент проголосовать, насколько ему это все будет интересно. Сейчас фантазировать можно по-разному, будет это, не будет, решит ли за нас это искусственный интеллект, да, как говорил Григорий. Я думаю, что все-таки искусственный интеллект будет больше работать на помощь операторам в строительстве этих технологий. То есть он будет подсказывать, как нам это делать легче. Но вряд ли решит искусственный интеллект за нас, что же нам интереснее и как нам интереснее смотреть. Мы будем пользоваться своими базовыми потребностями. Скорее всего, будет так. Вот у метавселенная посмотрим вот так на будущее, что нам скажет, наверное, клиент и мы сами. Да, и мы сегодня в ходе нашей сессии неоднократно говорили о том, что здесь решает клиент, и захват вот этого всего направления очень имеет критическое значение на влияние на массы, ну и, собственно, на пользователей. И все это говорит о том, что данная отрасль, данное направление является, по сути, критической инфраструктурой. И у меня вопрос к вам, спикеры, эксперты. Как вы считаете вообще в этой ситуации статус Ки, он помогает, он спасает, либо он, наоборот, усложняет весь процесс? И насколько требуются вообще те критерии, которые устанавливаются Ки, вообще требуются в этой индустрии, в вашей деятельности? Вот Денис, продолжая, собственно. Да, кому схватил микрофон. Ки – очень правильный статус, но нужно его применять тоже правильно. Есть серьезные инфраструктурные объекты, которые обременены этим статусом. И не просто так это обременены. Потому они называются уже критической информационной инфраструктурой. Не все операторы, да, телевизионного вещания под них попадают. Например, с точки зрения триколора мы туда не попадаем, но при этом реальность последних лет, да, и наша геополитическая ситуация обострила тонкие моменты, где инфраструктура не выдерживает негативного влияния атак различного рода на спутниковый сегмент, на IT-инфраструктуру, на средства доставки. И поэтому здесь государство идет правильным путем. Оно подсвечивает. Даже последние пару кварталов уже родились нормативно-законодательные акты, документы, подписанные президентом, которые создали некую новую сущность. Не такую строгую, как Ки, но для ряда операторов, которые попадают под определенную классификацию, нам обозначили, что необходимо обращать внимание на такие-то сегменты вашей инфраструктуры, потому что они действительно важны. И если злоумышленники до них доберутся, это будет иметь массовый сегмент. Мы, как триколор, имеющий возможность вещать на значительную долю населения Российской Федерации, до 40 миллионов у нас смотрителей, мы к этому сразу серьезно относились уже с весны 2022 года. Сейчас государство подошло к этому моменту и начало регулировать этот сегмент. Не киишный, но достаточно важный с точки зрения вещания. Поэтому Ки должно быть там, где оно предусмотрено. Сейчас это правильная ниша, ее ужесточать не нужно и вовлекать туда новых игроков. Да? А вот создать новую сущность, которая, в принципе, была сейчас создана уже законодательно, это вполне себе правильное мероприятие. А сразу, если позволите, сразу хотел бы уточнить, защищать эту деятельность, эту технологию, эту отрасль очень тяжело было самостоятельно, без, ну, там, путем постоянного просмотра и мониторинга. И с появлением искусственного интеллекта, технологии распознавания тех или иных там, атак, внедрений и угроз, эта работа, казалось бы, облегчилась. Насколько
вы в своей деятельности, в защите своей инфраструктуры используете ли какие-то вот такие, собственно, способы защиты, как искусственный интеллект от тех самых вот угроз? В таком важном сегменте мы пока что идем более консервативным путем. Однозначно. Искусственный интеллект все-таки это новая среда, она полезна где-то. Значит, ее нужно применять там, где она действительно проверена, потому что мы так можем доиграться до Skynet из известной телевизионной саги. Вот. Поэтому я был бы именно здесь очень аккуратен. С точки зрения экспериментов с абонентской базой, с оттоком, то, что делают мои коллеги из МТС, из Киона, это очень хороший путь. И здесь можно экспериментировать, и он не критичен. Да? Он полезен, может быть, для бизнеса. Где-то не выиграли, но где-то не проиграли, главное. Поэтому информационная безопасность и искусственный интеллект, я был бы более аккуратен и более взвешенно подходил бы. Мы пока что за консерватизм, по крайней мере, в периметре нашей компании. Олег? Я скажу про операторов связи. Первый момент. Операторы связи являются субъектом КИИ. Точка. То есть как бы КИИ с точки зрения операторов связи присутствует, требования со стороны государства четко обозначены, прописаны, и операторы связи обязаны их исполнять. Более того, мы сейчас наблюдаем активно атаки, в том числе даже не на федеральных, а на региональных операторов, в которых приходится прикладывать очень серьезные усилия, отслеживать на специальных сайтах, как именно они организовываются. То есть там присутствуют целые группы, которые целенаправленно, одномоментно начинают атаковать российских операторов связи. И хочу отдельно отметить, что здесь работа идет с верхними провайдерами, которые дополнительно обеспечивают работу. Идет работа с Министерством связи, с Минцифрой, с точки зрения того, чтобы отдельные ресурсы, из которых происходит атака, их отключали на уровне ТСПУ. И, соответственно, операторы внедряют свои дополнительные средства защиты. И здесь в зависимости от масштаба оператора есть вопрос, значимый объект, либо незначимый, там есть категорирование, есть требования, но со стороны государства идет огромная большая работа для того, чтобы изменились в первую очередь подходы со стороны участников. Объектов, субъектов КИИ в России порядка 300 тысяч. То есть там огромное количество, то есть операторы связи там составляют малую долю от всех участников, которые входят в эту структуру. И при этом у государства есть четкая позиция, есть требования, и мы ее, собственно говоря, сейчас наблюдаем. Ну и рассматривая вопрос искусственного интеллекта, я думаю, что основная проблема лежит как раз к вопросу того, как руководство относится, то есть донести до руководства важность вопроса выделения бюджетов, наличия специалистов, отработка определенных бизнес-процессов, потому что та атака, которую мы сейчас там массово наблюдаем с точки зрения там СДЭКа, она касается банальных вопросов, доступов, того, каким образом были организованы бэкапы, как специалисты по информационной безопасности отрабатывали эти атаки, то есть готовность участников рынка к тому, чтобы отражать эти атаки.